Господи, как незаметно прошел год. Только поженились, уже ситцевая свадьба. А ситцевая — это потому что пеленочки? Моя дорогая, нет. Ну, все равно, сколько всего изменилось за этот год. Вот вы такое прекрасное кафе открыли, у вас очень вкусненько. Спасибо. Ну, ты приходи, ты еще много чего не пробовала. Жду тебя в гости. Милочка, кстати, а я не понял, а ты почему своего Артема-то бросил? Да. Ну, а я не бросала. Просто не поехала с ним в Лондон. Пока. Моя дорогая, хороший парень, на дороге не валяется. Через год приедет, посмотрим. Сергей Леонидович, а может, вы сейчас что-то пишете? Понимаешь, дело в том, что у Сергея Леонидовича, у него творческий кризис. Знаю, как вы мечтали, Сергей Леонидович, чтобы Евгения Веленовна ушла со следственной работы и нашла себе тихую гавань где-нибудь в стенах медицинского университета. Но, признаюсь, для меня это серьезная потеря, если не сказать разочарование. Хуже всего это то, что для нее самой это потеря и разочарование. Одна надежда привыкнет. Я на минуточку. Мои поздравления. Чего сбежала? А, так. Просто устала. Жень, все нормально? Да. Точно? Да. За тебя. За тебя. Жень. Не хочу просто больше. Ну что такое? Все хорошо. Вообще-то это у меня творческий кризис. Я помню. Напилась? Пойдем в гостям. Ну что? Сергей Леонидович, тут курьер еще коробочку привез. О! Ты! Это от кого? Не знаю, наверное, визитка должна быть. Ну, посмотрим. Интересно, что там внутри. Сколько подарков у нас сегодня. Вообще. Так. Так, Женя, надо что-то решать. Ошибка, не ошибка. Это знак. Мы слишком глубоко в этом увязли. В чем? В чем мы увязли? Ну, а ты не видишь? Убийства, трубы, маньяки. Это все вошло в нашу жизнь. Ты только вспомни, что с нами было за последние 3 года. Прекрасное, кстати, было время. Что значит пустили, Сереж? Я судмедэксперт, это моя работа. Это давно вышло за границы работы. Это заполнило всю нашу жизнь. Серёга, я же специально ушла с этой работы в университет, чтобы ты так не дергался. Надо все изменить. Надо жить по-другому. Надо думать по-другому. Надо желать другого. Тогда, может быть, у нас что-нибудь получится. И у меня получится. С ребенком тогда, Жень, что-то получится. Ну, конечно, тебе видней. Просто мне всегда казалось, что это не приз за хорошее поведение.
Говоришь, не догадался. Иван, как вас там? Власов Иван Геннадьевич. Ах, Иван Геннадьевич. Ну что ж, Иван Геннадьевич, может, у вас зрение плохое? Может, вы слепой? Не заметили, что на праздник приехали? Откуда же я знал, что там праздник? Ну, послушайте, мне дали накладную, дали коробку, я и поехал. Где накладная? Показывай. Вот накладная. Венок ритуальный. Траурная лента и адрес, больше ничего. Директор сказал к 20:00, все. Где директор, как фамилия? Куличевский Петр Анатольевич. Где его кабинет? Ну вот там кабинет, но нет, его можете проверить. Мобильный тоже не берет. Понятно. Красов, узнай номер телефона. Диктуйте номер. 8-905. Что здесь было-то? Драка, что ли? Не знаю, но что-то было. Дозвонился? Нет, действительно трубку не берет. Так, а где этот Геннадьевич? Сюда иди. Ничего не трогать, никого не впускать. Давай адрес вашего Куличевского. Господин Куличевский! Хозяин! Есть кто дома? Есть кто дома? Полиция! Кравцов? Налево, я направо. Руки! Руки, Куличевский! Федор Михайлович, вы в порядке? В порядке. А с ним что? Ничего не понимаю. Секунду назад был жив, а теперь мертвый. Главное, без единого выстрела. Труп? А что это с ним? Ожоги? Пятна. Гематомы. Федор Михайлович, вы бы не трогали его голыми руками? Нашла все-таки. Конечно. Если ты хочешь от меня что-то спрятать, старайся лучше. Вот что. Жень. Mm. Я что-то вчера вспылил, сморозил. Да ну что это? Нормальная реакция для человека с тонкой душевной организацией. Так сказать, издержки богатой фантазии хорошего писателя. Жень. Не так всю ночь кошмары снились. Но не мудрено. Чего ищешь? Да я хочу понять, кому прислали этот подарочек. Тебе, мне или нам обоим?
Извините. Спасибо. Итак, перед вами труп. В трупе три свинцовые пули. Как определить содержание свинца в трупе? Стоп, есть Волкова! Ой, Женечка, подождите, я сейчас. Вот ты молодец. Вот и хорошо, что согласилась. Дай на тебя посмотрю, дай. Шикарная, красавица. Спасибо. Замуж. Да. О подвигах легенды ходит. О, боже мой. Все благодаря тому, чему вы меня научили. Каких трудностей в жизни спасли. Если кто кого спас, так это ты меня. А, вы про ту ошибку, которую я обнаружил. Ну, знаете, другой бы на вашем месте меня просто загнобил. Сопливая студентка вздумала учить преподавателя. Хватит, хватит, хватит. Вот о чем жалею. Если бы 2 года назад ты прислушалась к моему предложению, сейчас бы кафедрой заведовала. Да не качай головой, ты, а не Шведов. Вы не правы. Игорь заслужил, и потом за ним академическая карьера. Никто не спорит, специалист отличный. Но ты и уровнем выше, и подвигов за ним таких не водится. Это за кем здесь подвигов не водится? Вы просто не знаете, какой я герой. Привет. Жень, привет. Я очень рад. Я тоже. А мы здесь чужие. Да? Да, другой мед заканчивали. А давай завоюем этот храм науки. А? Спокойно воевать, Женечка, не придется. Ты не пугай человека. Лучше покажи, где мой кабинет. Дверь всегда открыта. До встречи. Спасибо. Хорошо. Ну, привет, зануда. Здоров, скоробей. Помнишь? Конечно. Ой, так рада тебя видеть. Помню, конечно. Давно. Давно не виделись. Да, с самого выпуска. Да. Ты вырос. Очки. Я следила за твоими публикациями. А я за твоими расследованиями. Слушай, пойдем. Я покажу тебе, кто тут обитает. Здесь есть очень интересные экспонаты. Прошу. Здравствуйте. Евгения, ну, наконец-то. Вот именно, наконец. Пунктуальность. Не ваш конек, очевидно. Позвольте мне вам официально представить нового педагога кафедры Евгению Веленовну Волкову, мою давнюю знакомую. Прошу любить и жаловать. Николай Михайлович, ты уже знаешь. Борис Павлович Мигунов, доцент. Здрасте. А это... Арина Лапина, аспирантка. Очень приятно. А это твое рабочее место. Прекрасно. Если честно, еще одна женщина на кафедре, я и мечтать об этом не могла. Мечтает она. Вот подхалима-то, коллаборационисты. Вы готовы? Да. Пойдемте, пойдемте. Мы с Николаем Михайловичем в кафедральную больницу. Арин, а Евгения Веленовна на вас. Вы все ей покажете и позаботитесь, да? С радостью, Игорь Филиппович. Рим, я дома. О, привет, Федь. Я тут пирожки затеяла. Сейчас доделаю, руки помою, приду. Фу, устал что-то. Странно себя чувствую. Доконает меня это ночное дежурство. Ты не заболел? Горло не дерет? Да вроде нет, все нормально. Это еще кто? Полковник Перфильев. Он самый чем обязан? Медякин, служба эпиднадзора. А, согласно вашему рапорту, на вас вчера набросился Куличевский Петр... Анатольевич. Ну, набросился, это, знаете ли, громко сказано. Упал скорее. Что дальше? Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Что? У нас приказ осмотреть вас и изолировать до получения результатов ПЦР. Тест определит вирусную нагрузку, проник ли возбудитель в организм. Вот вам и карусельки. Федя, что случилось? Не выходи, Рима. Вернись на кухню, я тебе потом все объясню. Я пришел домой после дежурства. С женой не контактировал. Ну, значит, ей повезло. Пойдемте. Черт. Пожалуйста. Ой, а это ваш муж? Ага. А правда, что он знаменитый писатель Карский, да, вроде? Да. Можно? Да, конечно. Я читала 2 его романа. Очень завораживает. Да, я ему передам. А какая ваша специализация? Если честно, криминальная антропология.
А почему именно на этой кафедре? Игорь Филиппович, спасибо ему, пошел мне навстречу и разрешил притянуть мою работу к судебной медицине. Ее работу. Бросали бы вы эту работу, да замуж. Лучшее, что можете сделать для науки. Я вообще-то диссертацию пишу, Борис Павлович. Да вашей диссертации цена 3 рубля. А на лекции, которую вы читаете, студенты вообще спят. Арина, вы не покажете мне лекционный зал? Да, конечно. Игорь Филиппович читает у нас только один курс, но зато в лаборатории все на нем. А Бакулин? Тоже больше по науке. Он звезда, у него то конференция, то симпозиум. Понятно. Значит, Мигунов у вас основная рабочая единица. Грабиен, правда, и сексист, но читает он так толково, здорово. О, боже. Ой. Спасибо. Какая классная. Да, муж подарил. На флешке презентация? Да, иллюстрация к лекции. Волнуетесь? Ужасно. Первая лекция, и вообще это я привыкла в морге работать, так что... как я выгляжу? Все хорошо. Не переживайте, пойдемте. Пойдемте. Да, Рим, привет. У тебя что-то срочное? Женя, это очень срочно. Жень, Федю забрали в карантин. Подожди, не кричи, я ничего не поняла. Какой карантин? У него подозревают... Какую-то, как она, конго-крымскую лихорадку. Крым-конго? Слушай, какой кошмар. Где он ее подцепил? Ой, да не знаю. Вроде какой-то, не знаю, этот, как его, бандит на него напал, что ли. Так, Рим, погоди, сейчас. Я сейчас не могу приехать. Я приеду, как только освобожусь, хорошо? Ага. Не нервничай, не переживай. Все будет нормально. Держись там, в общем, до связи, хорошо? Давай, Женечка, я тебя очень жду. Все. Пока. Извините. Добрый день. Меня зовут... Евгения Виленовна Волкова. Я буду читать у вас лекции по судебной медицине. С каждым из вас я познакомлюсь в процессе, поэтому, пожалуйста, прошу вас называть себя, когда вы будете отвечать. Кое-что вы уже знаете из курса по травматологии, но сегодня я бы хотела поговорить с вами о самом важном в нашей профессии. Итак, место происшествия. На месте происшествия перед вами лежит тело без видимых летальных повреждений. Прекрасно, шутники. Я так понимаю, что процесс посвящения в педагоги уже начался. Хорошо. Тогда мы пойдем другим путем. Может быть, кто-нибудь из вас сыграет роль трупа? Ну, иди. Ну, ребятки, ну что вы же без 5 минут медики. Неужели нет никого без предрассудков? 6-й принцип феминизма – женщина никогда не предаст женщину. Я Полина Нефедова. Спасибо, Полина. Прекрасный принцип, надо его запомнить. Идите сюда. Снимайте халат. Могу я попросить вас приподнять немножко кофточку? Как без 5 минут медик, могу ее снять. Придется все это прекратить. Так, ложитесь головой туда. Угу. Так, вам удобно?
И красно. Не волнуйтесь, он не пачкает одежду и очень быстро стирается. Итак, у нас есть гематома в правом подреберье. С чего начнем? Да. Каравайчук Андрей. С проверки на признаки травматического шока? Шок, да, это бывает, но это скорее вторично. А в первую очередь? В большинстве случаев разрыв печени с массивной кровопотерей. Ну, а если нет внешних повреждений, что вы будете делать в первую очередь? Да? Артем Шехт. Закрытая тупая травма живота. Возможно, и ваши действия. Максим Махов. Взять биопсию и исследовать ткани. Смысл терять время. Если есть разрыв, смотрим, в каком сегменте. Передние сегменты правой доли, значит, последствия удара. Я готова с вами согласиться, но все-таки что же вы будете делать в первую очередь? Кстати, вы не представились. Вас как зовут? Я тут случайно пришел посмотреть на знаменитости. Смотрели? И что? Удивлен, что вместо качественных иллюстраций устроили балаган. Держись. Ну что же, остались все свои. Итак, что же вы будете делать в первую очередь? Ну, проверьте, труп я или нет. Браво, Полин. Спасибо. Одевайтесь. В первую очередь вы должны определить, действительно ли перед вами труп. И прежде чем мы перейдем к способам определения, я бы хотела поговорить с вами о уважительном отношении к смерти. Евгений Виленов, я Максим Махов, староста группы. Вот, хотел сказать вам огромное спасибо, было очень интересно, всем понравилось. Да, боюсь, что не всем. А, вы про Плужникова? Да он не студент вообще-то, он аспирант второго года. Ну, любит выпендриваться, да. Ну, а так, нормальный пацан. Парень нормальный. Да, да, я так подумала. Давайте я вам помогу, это что-то я иду, да. Значит, берет она эту отрезанную руку из морга, а она вся в татуировках. Бегает по общаге, всех пугает. Просто. Так что я очень рад, что Женька с нами будет работать. Ага, ясно. Спасибо, Максим. Да, нечто. Я смотрю. Да, вы уже познакомились. Да. Не мог же я упустить случай познакомиться с твоим знаменитым мужем. Да, Игорь, мне много интересного рассказал о твоей студенческой юности. Спасибо тебе большое. Держи, пожалуйста. Все, ты закончила? Да. Домой? Нет, не домой. Слушай, нам надо срочно к Риме ехать. Там такое... Вообще, по дороге тебе расскажу, хорошо? А флешку свою ты не берешь? Флешку. Интересно. Ну-ка. Очень интересно. Привет. Ой, привет, мои хорошие. Привет. Ну, Римульчик. Ой-ой-ой, не надо, милая. Не дай бог, я тоже заразная. Я целый день сегодня с этой хлоркой надышалась, аж тошнит. Бросай тряпку, один раз протерла, хватит. Да? Ну, не надо, не разувайтесь. Давайте, проходите. Ух, сейчас я... Чай будете? Нет, не надо. Ну? Не до чая, Рим. Что с Федором Михайловичем? Он что-то сказал? Ну, он почти ничего не сказал. Значит, он поехал к директору похоронного бюро. Зашел к нему в дом. Uh-huh. А тот на него как-то бах, бух и умер. Бах, и все? Да. И весь контакт? Ну, так да. Заразиться очень сложно. Ну, а если все-таки как-то... Если все-таки он подхватил Рима, но он же под наблюдением врача. Это все лечится, не волнуйся, все будет хорошо. Да. Я надеюсь. Ребят, но по вашему вопросу он ничего не выяснит. Да бог с ним, с этим венком. Ну, ты что, не до него сейчас. Интересно. Где это в Москве директор похоронного бюро мог подхватить эту геморрагическую лихорадку? Это надо выяснить. Сереж, мне надо в морг. Какой морг, Жень? Ты забыл? У тебя больше нет морга. Ну, фактически нет. Ну, как-нибудь меня туда пустят. Зачем?
пока труп Ключевского там. Нужно все проконтролировать. А если они что-нибудь забыли или перепутали, или просто не заметили? Да справятся они. Жень, ну, послушай, мы же договаривались. Ну, ты больше не будешь вмешиваться, Жень. Федор Михайлович в больнице. Так что не вмешиваться не получится. Евгения Беленовна, да все я понимаю про технику безопасности. Про геморрагическую лихорадку я заново все почитала. Умница. Давай, рассказывай, что ты нашла. Множественные кровоизлияния в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, кровь в его просвете, мозг. Оболочки гиперемированы, есть кровоизлияние диаметром от 1 до 1,5 сантиметров с разрушением мозгового вещества. Кровоизлияние на кожу, но вижу по всему телу. Какой вывод? Смерть в результате сепсиса. Инфекция попала в кровь, и он сгорел за сутки. Говорят, он еще напал на Федора Михайловича. Ну, ты знаешь, сепсис может вызывать галлюцинаторно-параноидный психоз. Кто знает, что ему там привиделось. А вот это ты видела? Нагноение? Видела. Думаете, ворота инфекции? Ну, лихорадку могут принести мокрецы или клещи. Ну, если бы они залезли, то он, наверное, почувствовал бы. Да. Ну, знаешь, при лихорадке Крыма-Конго воспаление наружного уха не редкость. Но информации, был ли он в эндемичных районах, пока нет. И нет оснований для возбуждения уголовного дела. Оснований, может быть, и нет. А вот подозрение есть. Надо будет завтра съездить в дом Ключевского. Юр, а для обыска же вроде понятые нужны. А кто сказал обыск? Технически это осмотр. А. Катя, на пломбу посмотри. Так, стоп. Следы незаконного проникновения. Смотри-ка. Бумажка отслаивается, а на ней на стене свежий клей. Ой, точно так выходил. И судя по тому, что нет следов взлома, открывали ключом. А что нам мешает поступить так же, голубушка? Как ты думаешь, здесь что-то пропало? Ты имеешь в виду, зачем приходил незваный гость? Не знаю. Описи не было, смерть официально не криминальная, но у экспертов должны быть фото. Ладно, сейчас сфотографирую, а потом сравню, может быть, пойму, чего не хватает. Так, ну что, ноутбук мы изымаем. Надо будет еще документы поискать. Ну надо же, а? Бисмарк Фуриоза. Чего? Так цвет называется. Ага. Между прочим, шелк. Ты бы выбрал такое белье? Я нет. Я вообще не понимаю, зачем нужно шелковое белье. Помню, как-то с барышней с одной. Ну, неважно. В общем, ночевал у нее там, ну, по работе. Вспомню, всю ночь голова с подушки соскальзывала. А, получается, что, скорее всего, белье выбирала женщина, а Куличевский женат не был. Значит, у него недавно была гостья? Возможно. Thank you.
Нашла что-нибудь? Нет. Так, фотографирую для порядка. Ладно, уходить пора. Юр, выходи. Привет. А почему ты не в институте? А у меня сегодня нет лекции. Спасибо. Сереж, ты очень занят. Так. Опять нужна помощь? Очень нужна, Сергей Леонидович. Войдите в положение. Вхожу, вхожу. Значит так, вот здесь вот фотографии из дома Ключевского. Вот здесь то, что сделали эксперты. А вот здесь на телефоне те, что сделала я. Нужно посмотреть, сравнить и понять, что пропало. Ну, я не знаю, получится ли. У тебя все получится. Хочешь кофе? Сейчас. Кравцов слушает. Так. А везде проверили? И? Принято, спасибо. А что случилось? Звонили из санитарной службы. Нигде не могут найти курьера Власова. А может быть, у него тоже Крым-Конго? Он же получил заказ от уже инфицированного Куличевского. Так в том-то и дело. Может, он уже мертвый, понимаешь? Значит, надо найти его родителей, чтобы те написали заявление. Тогда мы сможем официально начать розыск. Нашел. Так быстро? Ну вот, а ты говоришь, не получится, не получится. Угу. Спасибо. Так, куда смотреть? Видишь, здесь есть, здесь нет. Сумка. Женская сумка. Она вернулась, чтобы забрать свою сумку. Сережа, ты гений. Спасибо большое. Все понял. Значит, надо искать хозяйку сумки. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Не провожайте, я сам. Алло, да, Кравцов звонит. Слушай, я вот тоже мог лежать и сейчас читать что-нибудь интересненькое. Например, вот это? Обжалование актов судебных экспертиз? Ну, хотя бы. Но то, что я нашел, тоже ничего. Скажи. Господин Куличевский назначен директором нашего долга месяц назад. А до этого место работы... Та-дам! Кафедра судебной медицины одного очень уважаемого медицинского университета. Уволен по статье «Грубое нарушение трудовых обязанностей». Подпись Черникин. Слушай, а может, и не было никакого заказа на венок? Узнал, кем его заменили, решил отомстить. Очень может быть. Слушай, ну какая скотина. Отомстил женщине, которая вообще ни при чем. Но это никак не объясняет его смерть. Кара небесная. Справедливая и незамедлительная. Слушай, а ты можешь пробить распечатку звонков нашего мстителя? А то ведь у Крацона это 3 дня уйдет. Конечно, конечно. Завтра. А сейчас счастливая семейная жизнь. Арина! Здравствуйте. Ой, доброе утро, не заметила вас. Не знаете, шведов сегодня в университете или в больнице? В университете, но будет после 2. Я могу помочь? Ну, в смысле, я не замена, конечно, но если что-то вдруг... Да. Помочь. Арина, а ведь вы с Петром Куличевским вместе работали, да? Да, работала. Работала, работала. По сей день бы работала, если бы не вы. Добрый день. Сейчас. Изгнали по доносу. Все средства хороши. Когда ректору нужно место для своей знакомой. А что в доносе? Не знаю и знать не хочу. Подговорили про штрафившегося студента подставить уважаемого профессора. 20 лет клинического стажа. И на тебе, на улицу. И все ради вас, Евгения Веленова. Можно просто Женя. Женя, имейте в виду, что Петр будет в суд подавать. Ну, это вряд ли случится, Борис Павлович. Вы так думаете? Поживем, увидим. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.
До свидания. Да. То, что ты рассказываешь, это ужасно. Я, конечно, не желал Куличевскому такой смерти, но... если мне пришлось уволить его еще раз, я бы уволил. Подлец. Подлец и взяточник. А как вы это выяснили? Анонимка. Да такая современная. Представляю, захожу я как в свой кабинет и вижу, что мой компьютер кто-то включил. Вот тебе на. А он что, разве не был запаролен? Еще как был. Но кого-то это не остановило. А там видео, снятое скрытой камерой. Куличевский берет взятку за предоставление справки о прохождении практики. Угу. Стали копать, выяснилось, что он предоставлял полный, так сказать, спектр услуг. Зачеты, практика, поступление, вообще все. Полицию не обращались, да? Нет, но уволили по статье, чтобы ни в один институт больше не взяли. А взяли его в похоронное бюро, символично. Мигунов рассказывал, что какой-то старинный приятель предложил ему должность. Как вы думаете, Куличевский мог послать мне венок? Куличевский не был дураком, а это так очевидно и так глупо. А инфекционные болезни он ими занимался? Нет. И предвидя твой вопрос, у нас здесь никто Крым-Конго не занимается. А вы до сих пор увлекаетесь оловянными солдатиками? Новый каталог. Женечка, в моем возрасте уже поздно менять свои пристрастия. Это вредно для здоровья. И вообще хочется понять, вдруг я что-нибудь пропустил в этой жизни. Ты пропустил. Сереж, узнал, кому названивал Куличевский? Да. Значит, по этому номеру он звонил только по утрам, причем абонент находился в районе Сосновой улицы. Угу. И отвечал не всегда. То есть иногда Куличевский звонил по 5 раз, прежде чем абонент ответил. А вечером? А вечером абонент находился в районе Новодавыдковского переулка, но по вечерам он туда не звонил. Ну, значит, она замужем. Ну, логично предположить, что дама отвечает на звонки своего любовника только когда мужа нет рядом. Значит, она работает на Сосновой, а живет в Новодавыдковске. И что это на Сосновой? Сейчас посмотрим. Ты в курсе, что ты мне даже привет не сказала? Я сказал просто про себя. И я, между прочим, тебя всего взглядом обласкала. Ты даже не заметил. Извини, пожалуйста. Так, кроме жилых домов, тут больница. Одна? Да. Надо проверить эту больницу. Юр, привет. Скажи, ты можешь сейчас приехать в больницу на Сосновой улице? Да, прямо сейчас. Угу. Все, хорошо. Давай, пока. Прости, пожалуйста, мы едем на Сосновую? Да? А, ну, слушай, я знал. Жень, ну с чем ты туда идешь? Дорогие женщины, у кого из вас был роман с директором похоронного бюро? Ну, у нас есть фотографии сумки. Хотя с этой сумкой, конечно, такое мутное дело. Не представляю, как женщина может ее где-то забыть. Только если она пьяная. Ту сумку, которую носит на плече или в руках, никак. Но это дорожная сумка. А, ты думаешь, они куда-то собирались? Ну, это же не чемодан. Что ты меня путаешь? Чемодан не чемодан. Дорожная сумка, с которой никто никуда не собирался ехать. Ну, я могу предположить, что это сумка для свиданий. А? Ха. Никогда про такую не слышала. Но тебе видней. И что же женщина может носить в такой сумке? Ну, мало ли что. Кружевное белье, халатик, макияж,
компот. Вот это у нас эксперт. Я писатель, у меня нет проблем с воображением. Только я не понимаю, как сумку опознают в больнице. Сережа, если тебе не хочется, ты можешь не ходить. Мы с Юрой сами прекрасно справимся. Прекрасно. Я поработаю сегодня таксистом. И кофе мне кучи. Привет. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Привет. Вот эта сумка. Большая какая-то. Вы знаете, у главврача есть похожая, но она такая, размера А4. Но они иногда идут комплектом, одна дорожная, одна деловая. Скажите, а главврач на месте? Татьяна Алексеевна? Да, Татьяна Алексеевна. Да, Татьяне Алексеевне, вам лучше поговорить с другим человеком. Пройдемте к ее кабинету. Пойдемте. Полиция. Вячеслав Юрьевич Благолепов. Коллега ваш, так сказать, бывший. В чем дело? Мы приехали поговорить с главврачом и... Главврач, моя жена, Татьяна Благолепова. Сегодня в 6:40 она вышла из дома, но до работы так и не доехала. Thank you.